Ребята, короче, это вторая часть. Неожиданно даже для нас. Затарились, короче, пакетами, покупками. Зашли в Under Armour. Дима. А это наш друг Максим, про которого мы говорили. Друг Максим. Друг Максим, поздоровайся. Дмитрий. Это. Дмитрий идет. Дмитрий хвастается пакетом. Да. Нашими. Нам туда, наверное. Нам туда, да. В общем, лучше с деньгами в магазины не ходить. Все деньги остаются. Все деньги остаются там, да. Валентина Ивановна, что вы себе купили? Я купила себе спортивные штаны, очень крутую, не знаю, как назвать. Покажите. Дима, остановись. Начинаю. Ну надо ж похвастаться. Я хотел показать, что это мои пакеты, Витя. Это вот это. Короче, вот такая. Вот такая. Прикольная. И сколько получилось? Сколько вышло? Ну, она так стоила 5, она стоила 5, 200 баксов, а сейчас по скидке получается 50. Опа. Да. А дальше что? Спортивные штаны тоже прикольные, вот такие. Ага, да, дальше. И да. Прикольные реально. Да. А ну футболочка все. Розненькая, да? Ну, красивая. Красивая, да. Салгасин. Да. И хотела взять кепочку, но передумала. А мои покупки покажи. Я пойду. Сейчас я покажу. Там такое. Все, всем пока, я пошел в магазин смотреть. Так, в общем, зашли в магазинчик The North Face. Давайте посмотрим жилеточки, что у нас тут есть. Такая вот жилеточка. И вот курточки. Вот такие. Давайте что еще посмотрим. Да, секунду. Заставляют одевать маски. Надя, телефон, я с вами не дружу. Снимай. Я хочу мои покупки. Покажу. Купил себе парень. Это же вообще, ну посмотрите, да, на этот цвет. Это Витя такой? Себе купил. Правильно. Нехороший. Я не понял. Это фэшн, но как называется это? Лук. Понял? Лук. Лук ты вчера чистил и плакал. А то лук. Допустим. Еще очень красивый футболочек. Футболка для трешки. От Валентины Ивановны бегать. Я ногу отремонтирую и не убежу. И там еще что-то. Кепочка, ну и кепка. Еще одна. Да. Пищит, убегает. Держите. Все, у меня пилюк пошел. Мой друг красавчик. Розовые кроссовки. В общем, Дима просто обиделся, что ему ничего не купили. Смотрите, он свалил. Да. Ну, такое бывает. Конечно, обидно, если ты себе ничего не покупаешь. Зажал денег, Дима. Да не, он прогулял в Египте все деньги. Валентина Ивановна, пойдемте к нему. Так сейчас заставит покупать что-то, я не пойду. Нет, ну если пойду опять, кроссовки сейчас себе куплю. Мне нельзя заходить в магазин. Все, пока, я не иду. Ну, а я зайду. Что ты смотришь на меня? Что ты там не снимай меня. А, North Face. Сколько? Ну, это 7. 7 что? Да. Остальное вот здесь. Нет, стал не ходить. Ого, смотри, какая курточка. Шнуло сильно яркая. Да. Это тебе даже не розовые кроссовки. Это 700 эти. Ого. Сколько? Ага. 40? 20. 20 штук? Да. Ну, это не так уж и много. Действительно. Для такой куртки. Я хочу сказать, что если вот он не будет учиться, то ему такую оранжевую курточку бесплатно выдадут вот этим. Уборщика мусора так я даю. Что уборщик мусорки? Ну, тебе бесплатно такую куртку скоро дадут. Кто? Что, кто? Кто? Когда уборщиком мусора будешь работать? Там вот я бы в школу взял, потому что так и нет. Какую? Сколько она? А, не бесплатно. Не бесплатно? 1000 гривен. Вась, так это нифига себе. Я хочу какой-то черненький, понял? Это шар. Чтоб в школу. Пакеты положу. Я себе такую возьму. У-у-у. Беленькую. Ну, кстати, это прикольно. Ну, это завтра, да, это. Ну, пофиг. Да, дешево. Ну, и красивенько. Это где? В школу ходить. Ну, только разве что в школу. И то у нас учительница наша прибьет. Хотя... Валентина Ивановна? Я не думаю. У тебя 1000 гривен есть, а у меня деньги в машине? Да. Ты будешь брать?
Ну, я думаю, ну, то, что она белая, понял? Ну, это же то, что просто... Вот черная есть, в принципе. Ну, черная, видишь, она с логотипами, они огромные. Типа в таком точно не заходить. И она большая, это XL, наверное. Да. Это XL. Ну, вообще, может, еще какое-то что-то есть? Смотри-ка, сумка. Вот снизу. О, вот черная. О. Это вот оно. Сколько? Тоже 1200. Не, ну она такая плотная, понял? Ну, мне кажется, там как будто он... А, ну сзади. Это не такая плотная. А, ну я просто не знаю. Валентина Ивановна, смотрите. 1000 гривен. Ну, прикольная. Ну да, неплохо. Вы нас со школы не вытурите, если мы будем вот в такой беленькой? Беленькая нельзя. Нельзя? А черную? Черную можно. У тебя есть уже черная. Да? Ну, 1000 гривен. Маску тебе дадим. Москва. А где Дима? Дима пошел переодеваться. Так пошли, Вадим. Да, идем. Короче, ребят, я не знаю, нам по магазинам ходить. Не, можно просто... Можно, надо себя контролировать. Да. У нас нет такого. Да. Аккуратно, сейчас еще Валентина Ивановна напоследок забьет. Еще раз это конечная добить, будет. Да? Так, добить ладно. Валентина Ивановна, пару слов подписчикам. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, пишите, какие бренды одежды вы предпочитаете. Может, мы сходим в этот магазин и покажем, кто почем. Любим вас. Вы что думаете, на вас видео закончится? Всем пока.